праздничным концертом отметили в Заинске День матери. Этот праздник отмечается в нашей стране уже почти 20 лет и за это время стал одним из самых любимых. Слова поздравления от имени руководства района передал всем заинским мамам руководитель исполнительного комитета Ильнар Хафизов. Хочется вам выразить огромную благодарность, огромную признательность, низкий вам поклон, дорогие мамы. Пусть в ваших домах всегда царит тепло, уют, добро и покой. Пусть ваши дети всегда вам дарят только любовь, заботу. На праздничном вечере прошла церемония награждения. Благодарственными письмами руководителя исполкома Заинского муниципального района награждены Зухра Бахветвалиева, мама троих детей, Ирина Каюмова, как самая молодая мама, воспитывающая троих детей, Расторгуева Зария, мама шестерых детей, Рахманова Вера, мама, воспитывающая троих приемных детей, а также Камалова Регина, молодая мама, активно принимающая участие в творческой жизни города и района. Для мам в этот вечер артисты заинских коллективов показали праздничный концерт. Елена Маврина, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев. Новости Татарстана.